И прямо сегодня я отправлю ТикТаку 1 миллион рублей. Что? 10 тысяч скидочка или садочка? Веселые грибочки со шляпками стоят. 100 тысяч скидочка! Ребята, кентуха на проводе, и прямо сегодня я отправлю ТикТаку 1 миллион рублей. Но есть одно небольшое но! То, что этот миллиончик будет, естественно, фейковым. Да. Ну что же, ждем начала стрима и стартуем. А все это благодаря тому, что у меня есть доступ к донейшену ТикТака. Все, почти, я же первый донатик подготовил. Привет, сегодня будет очень горячий стрим. Ты готов? Ну и отправляем ему 1000 рублей. Конечно, брат, стримчанский пошел, братик, твой донейшн тоже пошел. Приболел, я еще до сих пор у вас, смотрите. Там... Приболел, как же жалко. О, пришел. Геннадий, спасибо за кизарик. Сегодня будет очень горячий стрим, ты готов? Геннадий, Гиночка, я всегда готов, брат. В этот раз сумма будет 5 костырей. Ник Геннадий. Для начала, я думаю, это будет нормально. Хочешь больше? Надо выполнить мои задания. Думаю, на пару квартир хватит. Голова, ты готова к заданиям или нет? Пятка сариков! Нифига себе, закинули мне сегодня! Для начала я думаю, это будет нормально. Хочешь больше? О, спасибо, на пару квартир хватит! А? Если ты реально готов закинуть огромные донаты, миллионы, миллиарды там и так далее. Братачик, главное! Вот это вот место не трогать, чтобы вот все, что... Блин, я придумал нереально смешное задание! Отшлепай себя, я не шучу. Ты не пожалеешь. Что? 10 тысяч, девочка! Минуточка! Родной мой! Родной, спасибо! А что написал? Блин, как ты будешь, так не будет злиться, когда узнаешь, что это все пранк. Что потянет? Ну бежи. Да-д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 а. Ау! Ау! По яйцу! Тик-так, яйцо разбил. Следующее задание будет не менее интересным. Вот тут и начинается сам контент. Тик-так, открывай 9 удаленных... А что 9? Давайте 10, я же выплачу 10к. 10 удаленных кассиков. И за каждую аркану ты получишь по 10к. Давай, мэнчик, я знаю, ты справишься. Опа-па-па-па! Геннадий! Десяточка, спасибо огромное, родной! Открой 10 удаленных кассиков. За каждую аркану получи по 10 тысяч. А знаете, самое интересное, что так по-любому выбьет 0 аркан. Ха! Короче, я придумал следующее задание такое жесткое. Я отвечаю, у вас просто отлетит челюха. Но давайте вначале посмотрим, что же там выпадет ТикТаку. Он должен выбить аркан из 10 удаленных кассиков. Ну, засекаю 15 секунд, если за 15 секунд у меня не сливают за 0.3. Чувак, у тебя полбульта на аккаунте. И ты реально просишь у подписчиков, чтобы тебе слили? Ну и как мы видим, ты так купил Furious кассик, 2 Rival и 7 Скорпионов. А где Origin кассик, а? Глотульку сделаю, глотульку. Поехали, пошла жара. Блин, пожалуйста, лишь бы повезло, лишь бы повезло, лишь бы повезло. Пожалуйста, пожалуйста. Роднулька ты моя, дорогулька ты моя. Как же ты так надеешься, что ему повезет? Хотя, прикиньте, выпали 3 арканы. Это 30-ка. Эй, хау. Ну дай арканочку, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну куда ты так прилево? Получает в рот. Разработчик. Разнульки мусы, подкрутульки мусы, арканульки мусу. Вот это ему везет. Мне леги никогда не выпадают. Не, Еночка, подожди. Геннадий, подожди. Давай за легу хотя бы косарей 5. Да, а за рарку 1000, да? Нормально ты придумал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это легендарка? Ну как? Это же какой раз подряд. 3 леги подряд. Ай-яй-яй-яй-яй. Троллить я очень люблю таких, как ты. Пухленьких добрячков. Давай, родной. Давай, красоточка ты моя. Ну-ка. Не, это трындец, разрабы. Вы издеваетесь, да? Мораль такова, лучше каски стендофия не открывать. А знаете почему? Да потому что самый топовый дроп, все нормальные пацаны выбивают, конечно же, на булдропчике. Потом, братик, если ты хочешь себе тоже топовый дроп, конечно же, залетай на булдроп. Тем более, там есть новый ивент, там добавили новую коллекцию кассиков, и там много-много всего крутого. Но самое крутое то, что я тебе дарю подарок прямо сейчас над моей башкой.
Ты видишь секретное слово, ты его вводишь и забираешь свой приз. Все нужны силочки снизу, ну а мы идем дальше смотреть тик-така. Я просто открываю и убиваю карбон. Нормально, нормально, родной. Так. Да ты что? Спасибо, дорогой легендарку. Это было близко. Короче, ребят, ну, как видите, тик-таку, походу, ничего не выпадет. Я решил ему закинуть еще 5к. Я тебе дам следующее здание, если ты станцуешь для меня. Просто представьте, насколько же это жестко! Я вангую, ему ничего не выпадет. Чекайте. Симс. А, у меня просто стрим пролагал. Ну, короче, ему выпал какой-то скам, походу. Утешительный приз. 5к. Ну, Геннадий, спасибо хотя бы за пятерочку. Спасибо, дорогой. Говорит, там следующее задание, если станцуешь до меня. Гена какой-то богач, можно разочек станцевать. Гена богач, брат. Кидай тебе несуществующие деньги. Как весело. Ряд веселые грибочки со шляпками стоят. Они такие дружные, их целая семья. Я знаю, что Тик-так на меня очень сильно обидится из-за этого видео, но для того, чтобы это был полный экшон, я ему сейчас дам очень жесткое задание. Поверьте мне, сейчас щелюха отлетает сходу. Прямо сейчас я дам тебе такое задание, чтобы он порвал футболку. Как же это жестко. 30-ка, братик. Спасибо огромное, 30-ка, Гена. 30-ка. Сюда, сюда, родной мой. Ты облажался? Подожди, в смысле облажался, станцевал. Сейчас будет мисс футболка. Я хотел в этой футболке стримить сегодня, мужики. А что за стримом? Фейк, фейк, лагает, лаги, 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 лаги. Блин, чувак, что за стримом? Блин, я смотрю на тик-так, конечно, он вот в моменте приуныл. Вот, что понимали, пацаны, вот я вам скажу сейчас, как ютубер. Это очень обидно, когда у тебя зависает стрим. Просто нереально обидно. Но... Поэтому давайте напишем хэштег у тик-така 3СМИ, чтобы ему стало не так обидно. Ура! Стрим пошел, мужики. Я просто сейчас одеваю ее и рву. Окей, ну хуй с ним. Давай, братанчик, рви! 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 О, пацаны, сейчас будет мисс-футболка. Еночка. Ена, за тебя! Ена, ты топ! За Гену! За Гену! Можем и не говорить, что это пранк, потому что, мне кажется, он очень сильно обидится. Не-не-не, короче, давайте сейчас пранканем тик-така, у меня есть одна прикольная идея. Давайте понемножечку приближаться к финалу. Это будет финальное задание, с него ты получишь 1 миллион рублей! Тебе надо продать 3 арканы и открыть гифтбокс. Я знаю, ты справишься. Главное, нолик не перепутать, все, кидаем. Столько! 100 тысяч, девочка! 100 тысяч, девочка! Говорит, продать 2 арканы? Он же не говорил. За 0.03 3 аркана сказал. 0.03. Один фомас мы сливаем за 0.03. Все, пошла жара. Уже одну аркану. Уже одну аркану я продал. Блин, почему так долго? 3! 3 минус 1 равно 2! Знаете, какую продадим? АВМ Бумыча можно. Вот. О, тебе так нравится дешевые арканы продавать. Давайте третью подороже какую-нибудь продам. Продам какую-нибудь реально подороже. Какую-нибудь реально хорошую аркану продам. Чтобы потом не было на меня наезда, типа я такой жмот. Пол косаря он стоит реально. На блин, он хоть бы нож бы слил бы. Как думаете, открывать или нет? Посмотрите, сколько гифтбокс. 60к! Надо тик-таку срочно сказать, что это все пранк. Потому что если он потратит прямо сейчас... 60к, голды! Он же на меня обидится, он мне скажет, ты мне больше не друг! Блин, мужики, надо срочно говорить, что это пранк. Иначе он на меня очень жестко бьется, если он потратит сейчас 60к голды, прикиньте. Давайте так, ладно, я опрос сделаю, типа вы уже проголосуете. Опрос! Слушай, а на что ты так ожидал? Что кто-то проголосует? Нет? Давайте закину еще 100 тысяч. Раз, два, три. Открой в начале Hell Pack 2019, а потом Gift Box. Соточка тик-таку улетела. Все, погнали. Ну, слушай, ну 10к за этот Hell Pack я дам. Что? Это прикол? Открой сначала Hell Pack, говорит. Подожди, стой. Открой сначала Hell Pack, а потом гифтбокс. Просто 100к закинул, говорит, открой сначала Hell Pack. Просто 100 косарей закинул. Не, подожди, это прикол? Это прикол? Подожди. Все. Ау.
Ау-ау. Мне кажется, такие пранки на YouTube, как скоро здоровье закончится. Видели, он уже держался на сердечке, ему уже плохо стало. Кину донат и напишу. А то, что выпадет, продать за 0.3. Кидаем, пятерочек улетел. Давай. Что? Что слышал? Геннадий, что? Что слышал? Спасибо за 5 косарей, родной, ну какой за 0.3, алло. Давай, родной. Ой-ой-ой. Так, ну что, ребятки, давайте мы сейчас еще что-то закинем. Купи рандомный неблэскин прямо сейчас, пусть подписчики решат какой. Ну и кидаем типа 200к. Главное нолик не припутать, 2 ляма не скину случайно. 200к! Что? Ой, твою налево! Это что? Это что? Чел пишет, Мэлстрой 100%! Пишите в чате, что купить. Дигл. Слушай, вот это было хорошее задание. Все пишут поголовно дигл. Кстати, он говорил купить, но он не сказал за сколько. То есть я могу запрос поставить. Давайте поставим здесь запрос 14 000. Вот TikTok хитрюга. По фулу сливать, хрен с ним. Он говорит, если хотите так уж и быть, сливайте мне по фулу. Вот ты вообще должен был зайти на рынок, купить его с рынка. Тебе закинули 400к. Ребяшки, а как вы просили? Покупаю. Вот я думаю, примерно на этом моменте пора ТикТаку писать в Телеграме и звонить ему и говорить, что это был пранк. Потому что этот прикол зашел слишком далеко. Так, почти на счастье, так я закину 1 000 000 рублей. И напишу. Открывай быстрее. Мне в ту туалет надо. Чисто 1 000 000 да, пишу. Открывай быстрее, мне в туалет надо. Что? 1 000 000? Не, это прикол. Все, пацаны, вот на этом моменте я погнал набирать ТикТака, говорить ему, что это был все пранк и прикол, пока он не открыл гитбокс, чтобы мне не пришлось ему отдавать 60к. Но если вам понравилось подобное видео, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуга, всем удачи, всем пока-пока!